Вы находитесь внутри объекта 087Б. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Да, я буду соблюдать. Осторожность, вместе с Леной, может быть, мы сдохнем, а может быть и нет. Какая добраться, слушай. Погоди. А, нет, микрофон работает. Я думал, у него не работает. Я приобделся чуток. Да. Четвертый этаж. Кажется, радиосигнал слабее. Продолжайте что движение. Я плохо стал. Бежал. Ай, блин, да, слушай, прикинь, он даже падает, когда его бежит долго. Язык, блин, заплетает. Шестой этаж. Радиосвязь станет невозможной после шестого этажа. Удачи. Мы... Сказал, можно седьмой. Мамуся. Нет, нельзя. Вот она, та самая музыка, которая только первые мурашки вызывала. Нет, ну ты что, серьезно, блин, восьмой этаж и лабиринт? Я убираю правую. Давай. По твоему совету правую сторону. Угадала. Чисто везение. Чисто везение. Чисто эта игра сделана для взрослых. Ебальник прикрой там, ничего не говори, пожалуйста. И так, ну, музыка страховая. Так он включил микрофон, хуям-то. У нее радио. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. Ебать! Вот такой пиздюк и бывает. Сука, блядь, это на моего бывшего похоже, блядь. Блядь. Сука, пугать умеет только. Что, почему здесь лестница поднимается? Там лапы были? Я не... Это лицо чьё-то тут было. Чувак, ты лицо забыл. Он такой стрём. Почему я спускаюсь дважды? Блять, он опять сюда, урод! Нихуя математ. Мне не нравится, что здесь происходит. Второй раз 17? Нет. Что ты видишь? Тебе же сказали. Это... Опа. Ты решил вокруг обойти, серьезно? Что? Что это было? Ну нахуй, пошла все нахуй. Да бля, заебали. Блин, это игра всего лишь, а мы срёмся из-за игры. Это математички, там, блядь, больше. Блядь, а этот-то кто был? Историк, блядь. Таким звуком? Он не сзади. Бля, ну уже 20 этаж. Мы не сдохли. А сколько там этажей всего? Миллиарды. Саша, да, я шучу, 164 этажа всего. Дальше пойдет иероглиф бесконечно. То есть? Из этого лабиринта выбраться, грубо говоря, невозможно. Ты только вниз, вниз. Да. Вверх, вправо. Давай. Влево. И нет, ты не угадала. Что там, смерть? Да. Смерть? Там...
Там яма. А если ты упадешь в нее, то тебя сожрет, блядь. Ты умрешь. Просто это бесконечная яма. Откуда мы знаем? Может, не выживем? Нет. Проверили. Проверил? Угу. Я уже проверял, я еще играл в СЦП. А это путь в смерть твою. Ну, смерть игрока. Моя смерть, это если я увижу, блядь, бывшего стрима. Представляешь такую картину? 27-й, и он не тут находится, он тут находится. Там, вообще похуй, там. Чего здесь вообще? Ты чё такое? Колонны это. Может, там скример был? Конечно. 28 этаж и, блядь... Лестница. Лестница нашлась. Нихуя не видно. Да... Огромный жопа негра. А чё ты хочешь, мы со спичкой идём, блядь, обычно. Такое ощущение, что мы путешествуем по жопе негра. А вот, возможно, что-то будет. Опять просто. Спичка первый раз потухла. Конечно, газы пошли. Газы пошли. 30-й этаж, где мы в прошлый раз сдохли. На это задача. Смотри на меня. Не-не-не-не. Что делать? Смотри на меня, сказал. Там кто-то есть? Да. Не смотри на него, придурочный. Смотри на меня. Придурок, не смотри на него. Что? Нет, я помню, что если походить, он наоборот просит. Он говорит правильную информацию. Если я наоборот отвернусь, он блин. Тогда иди! Тихо. Так а нахуй ты пошел обратно. Я, блядь, наоборот правильно иду. Ты сказал, что на него смотреть надо! На него смотреть надо, он остановится, если. Если наоборот мы не будем на него смотреть, он убьет меня. Куда мы идем? Дальше? В ебеня, он за мной теперь как преследователь. Сука. Он будет меня преследовать теперь. Пиздец, у нее голос такой стрёмный, смотри. Бля, я переозвучу, пожалуйста, господи, реплей включите. Смотри на меня. Ещё одна такая же комната и... Еще один такой чувак, и мое сердце не выдержит, скажи. Да пошли вы нахуй. Игрушка, так и говори, блядь. Быстрее. Справа. Они никому нравятся, блядь, ты знаешь? Тебе? Не, иди нафиг, мне Анжела нравится. А, не понял. Смотри. Чувак. А! Какого хуя? Не останавливай!